Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом в Новом Уренгое. Глава региона ознакомился с одним из ключевых проектов, который реализуется в муниципалитете в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это строительство спортивного многофункционального общественного комплекса под открытым небом «Виадук». Новый Уренгое – наш главный экономический центр, город, который дает самый большой эффект для развития экономики. Здесь у нас основное население находится, поэтому очень важно в начале лета посмотреть, как происходит программа благоустройства. Уренгойцы заслуживают, чтобы здесь появился хороший спортивный центр под открытым небом, в зимнее время, чтобы был каток. Поэтому проект отличный. Я надеюсь, что все будет сделано в срок, и мы уже с вами осенью оценим эти результаты. Напомним, Ямал приступил к реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в 2017 году на базе двух пилотных городов – Салехарда и Лабытнанги. На выделенные из бюджета средства были благоустроены 35 дворовых и 27 общественных территорий. В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта планируется благоустроить за летний период более 550 дворовых и 57 общественных территорий в 36 населенных пунктах по всему округу. Общий объем финансирование программы – 2 миллиарда рублей. Важно, что в процесс вовлечены все жители, и люди участвуют в общественных обсуждениях и принимают общее решение по выбору того или иного объекта для благоустройства. С октября 2017 года на интернет-ресурсе «Живем на севере» проголосовали около 70 тысяч ямальцев. Сегодня Дмитрий Артюхов с рабочим визитом побывал в Шурышкарском районе, сообщает пресс-служба губернатора.